Привет, в эфире Time Club, и сегодня у нас очередная настроечка, а конкретно в этот раз у нас Casio VS2100. И давайте сразу, чем же примечательна эта модель? Ну, во-первых, она достаточно такая оснащенная по спортивке, то есть, ну, конкретно там запись кругов на 200, это если кто-то прям бегает, там секундомер и так далее, таймер. Ну, а самое прикольное, в ней есть шагомер, и стоят они весьма-весьма недорого, в районе 4-5, иногда есть очень хорошие акции, можно взять подешевле. Давайте посмотрим, как эта штука настраивается. Кстати говоря, они 48-49 миллиметров, прям так вот штангелем прикинули, вот, на руке смотрится весьма аккуратно. Давайте понастраиваем эту штучку и поехали. Значит, вот защита здесь у нас 100 метров, это у нас подсветочка. О, видите, засветился светодиодик один. Так, поехали. В настройках, как обычно, мы уходим через кнопку верхнюю левую. И, значит, здесь что такое? Это у нас количество шагов. 10 тысяч шагов. Кто бегает побольше или ходит, можно увеличить, уменьшить. Все это делаем вот этими кнопочками. Вот здесь наверху, по мере того, сколько вы ходите, вот в этом вот маленьком окошке, будет заполнение от 0 до 100%. На нижнюю переключаемся, секунды, также сбросили, например, это у нас время дальше, снова на нижнюю, это у нас минутки вверх-вниз, то есть правая вниз, левая вверх. Так, 24-часовой формат, он меняется на левую кнопку, 12 или 24. Дальше у нас, это у нас год пошел, но у нас 23, это у нас месяц, 5, 26, да, 26, все верно. Это звук кнопок, выключить, включить. Выключить, включить. Вот тут вот появляется, видите, мелодия такая, нотка перечеркнутая. Так, ну и это у нас интенсивность подсветки. Ну, вернее, как интенсивность, время ее работы. То есть, ну, также примерно в том же периоде 1,5 секунды или 3 секунды. То есть, соответственно, LT3 это 3 секунды, LT1 это 1,5 секунды. Все, снова вернулись на шаги. Все, что-то еще настраивать. Со временем разобрались, секундомер, все как обычно. Это у нас та самая тема с кругами. Записи, ну это только если что-то записывать появится. Таймер тоже, соответственно, запустили. Вот, он пошел. Чуть не пошел. А, вот, все, пошел. Притупил чуть-чуть. Ну и сброс. На эту запустили, на эту сбросили. Все, и второй часовой пояс. Ну, второй часовой пояс по традиции настроили, куда-то поехали, как вам удобно. На одну кнопку переключились. Здесь у вас ваше время, здесь у вас время, где вы сейчас находитесь. Ну или наоборот, откуда уехали, как вам удобно. С вами был Time Club. Оставайтесь с нами.